Сессия прошла в формате личных встреч президента с представителями оборонной сферы и ведущими конструкторами предприятий военно-промышленного комплекса. Совещания будут проходить в течение недели, и каждый день президент Владимир Путин будет посвящать новым вопросам и встречам с новыми представителями оборонного ведомства, пишет РИА Новости. В рамках этого масштабного совещательного мероприятия президент встретится для переговоров с эмиром Кувейта Сабахом Аль-Ахмедом Ас-Сабахом 10 ноября. Также глава государства предполагает провести на этой неделе ряд рабочих встреч.